Йоу-йоу-йоу, дорогие телезрители, с вами снова Макс Пауэр Фиш. Извините, что я так давно не делал видео, потому что у меня просто не было времени. И сегодня я хочу с вами поиграть в такую игру, как Devil May Cry 4. Ангелы тоже плачут. 4. Я очень давно не выкладывал видео, потому что также я, как Юзя, лил видео на чужой канал. Помогал различно его создателю. Это был Hard Flash. Наверное, ссылку вы можете увидеть на главной странице моего канала. И ну что сказать, я сегодня сдал экзамен шпахдиплом. Теперь я, ну, как я считаю, по крайней мере, сдал, конечно, еще рано это говорить. Но я теперь почти официально могу разговаривать по-немецки и ездить в Германию. Если хотите, можете в комментариях у меня спросить, как что переводится или что-нибудь в этом роде. Я вам отвечу и прям такой скажу: «О, какой я крутой!» Итак, надеюсь, все смотрели заставки к Devil May Cry, потому что я их очень сильно хочу скипнуть. Играю я на джойстике. Он, по-моему, не работает. А, нет, хотя он двигается, значит, все работает. Однако же по неизвестной причине заставка не пропускается. Она только время от времени поворачивается. Очень странно. Может, пока клавиатуру попробовать? Да, клавиатура действительно помогла. Ну что ж, пока идет загрузка, я... Она уже опять идет. 2000 лет назад. Черный рыцарь Спарда. Ладно, я вам расскажу вкратце. Был черный ангел Спарда, точнее, он был демоном, и он... Ему надоело быть с демонами, и он поднял против них свой клинок, и вот Данте, наш главный герой, является как раз сыном этого Спарды. Так, первая миссия. Мы ее начинаем. Я опять не могу никак запомнить управление на джойстике. По-моему, это у меня квадратик усиление. Как я нажал на кнопку вниз? Так, ну, что можно сказать? Можно сказать немного об игре. Эта игра уже довольно давнишняя, как вы знаете, сейчас вышел Devil May Cry 5, или какой он там идет по счету. Мне он нравится из-за персонажа и качества меньше, а по боевой системе больше. Но вот все же мы играем в более старую версию, и кажется, у меня стоят высокие настройки, которые стоит поменять, потому что мой старенький компьютер их откровенно не тянет. Так, система. Настройки. Вот вы можете заметить, как долго прогружается. У меня даже была такая история, я когда раньше играл в эту игру, у меня компьютер был еще более слабый. И у меня была такая проблема. Я начал стрелять из пистолета и... Нельзя менять во время игры, черт. Нам придется начать миссию заново. И когда я стрелял из пистолета, я думал, что он для эпичности стреляет очень медленно. Оказалось, что его пистолет стреляет очень быстро, и это у меня просто настолько сильно лагает. Вот я могу показать, как он медленно стреляет. Видите, вроде бы по эпику, а стрелять он должен намного быстрее. Так-с. Нам придется выйти в меню паузы. А, это выйти из меню паузы. Надо по некошерному нажать. Нет. Это вернуться в меню паузы. О, научите меня, как выходить из этой игры. Так, ладно, это, наверное, вырежу.
И вот наконец-то я нашел, как покинуть меню паузы. Это действительно круто. Такс, и что мы делали? Мы понижали наши настройки для того, чтобы можно было хотя бы как-то играть. Вот и теперь мы можем изменить качество текстур на низкое. Качество тоже низкое. Выход. И сейчас наши глаза должны поразиться новому ухудшенному графону. Театр легенд, общий рейтинг. Такс. Ну, теперь мы можем по-нормальному, наверное, даже сыграть. Опять этот ролик. Мы его опять же пропустим. Это очень странно, потому что когда я играл в прошлый раз, я мог сменить и пропустить что-нибудь на джойстике, а теперь вместо этого он, как видите, дергается. Хотя, может быть, это даже к лучшему, потому что тогда, когда я отклонял правый джойстик вправо, он делал насмешку вместо того, чтобы крутить камеру, как он, соответственно, это и должен был делать. Противостоять загадочному убийце. Загадочный убийца окажется хитрецом. Ну вот, теперь вы можете заметить сильную разницу. А хотя нет, разница все равно не слишком велика. Я все еще торможу. Это очень странно. Эх. Да, качественного геймплея, как обычно, не получится. Назовем ее лагающий геймплей. И по неизвестной причине у меня крутится камера без остановки. Это очень-очень странно. Ох ты, прекратила. Надо же. Как это произошло, я не понимаю. Вот мы отстреливаемся. Я уже запутался, кто здесь есть кто, но, в общем говоря, мы отстреливаемся от него, и по эпику наши пули пересекаются. А к черту это все.